Ребята, рад, что мы знакомы, но мы здесь. Я не знаю этих людей. Тренер, я ненавижу вас, ненавижу. Что мы здесь делаем, Хабиб? Я не знаю этих парней, тренер. Мы уже больше не общаемся с ними. Ну все, ребята, нам больше нечего обсуждать. Все, давайте, удачи, увидимся там. Увидимся. Пока-пока. Спонсор показа – компания 1X. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду REDFURY вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Здравствуйте, друзья! Вы на канале REDFURY MMA. И в этом выпуске мы посмотрим через объектив камеры Хавьера Мендеса, как проходят последние 10 дней тренировок Хабиба Нурмагомедова к поединку с Дастином Порье на UFC 242. Всем вам, друзья, желаем приятного просмотра. Да он весь меня облил. Я думал, там будет немножко. Чё произошло, бро? Карлос, чё попалось тебе? О, боже. Отец Хабиба руководит пробежкой. Очень строго. Только дисциплина. Как он тренирует, это просто нечто. Как и должно быть. Он недоволен тем, что мы с Хабибом опоздали. Начало было в 9 часов, а мы начали в 9:15. Так что его отец сказал, нужна дисциплина. И больше мы не опоздаем. Теперь я знаю. Как самочувствие после сегодняшней тренировки? Я чувствую себя уставшим. Разница во времени – это просто безумие. Но сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера. Намного лучше, да? Да, намного лучше. И завтра я забью твою руку, тренер. Забьешь мою руку? Да, руку и локоть. Я просто забью все. Так что будь готов. Да, я не взял каннабидиол, так что... Да, именно поэтому. А может быть, из-за моей силы и скорости? Да. Да, не может быть. Мне бывает больно. Завтра будь готов, тренер. Должен хорошо поспать. Посплю хорошо. 12? 12 часов. Ну, как минимум 8. Да. Ну ладно, до завтра. Увидимся завтра, тренер. А что Хабиб говорит тебе? Что ты только что сказал? Тренер. Да, я разобью его лицо сегодня. И ты позволишь это сделать ему, Умар? Да, никогда. Никогда. Так же он не сможет разбить твое лицо. Мы посмотрим. Да? Мы посмотрим. А насколько сильно? Не сильно? Просто пожмете руки? Нет, очень сильно. Очень сильно? Да. А насколько? Изменю глаза, изменю нос. Не-не-не, он слишком красивый. Тренер, он будет выглядеть как настоящий боец. Как настоящий боец, а как он сейчас выглядит, как модель, что ли? Да, сейчас он выглядит как Люк Рокхольд. Он выглядит как Рокхольд, я думаю, его брат выглядит как Люк Рокхольд. Я собираюсь изменить это. Ну ладно. Он сделает мне 3 или 4. Сабмишена. Болевой? Да. Да, уже пешком не хочешь, что ли, двигаться, Ислам? А? Как снимать? Вот же. Ты до конца и вперед, и назад нажал 2 педали. А ну, ручник дернул, там ручник тоже есть. Ва, хорош. Ва, хорош. Давай, 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 дрифтуй, дрифтуй, да. Хорош, на ручника. А ну вот здесь вот так дерни, развернись. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!